Всем привет, это Квас, и мы играем в Far Cry 1. Самый первый, самый старый. Так, мы попали в бункер после того, как защитились от всех гадов. И теперь нам надо найти желтую карточку. Что ж, давайте ее поищем. Сюда нам надо будет динамит. Туда-сюда. И открыть дверь. Карточка у нас есть. Пойдемте заберем динамит. Пум-пум-пум-пум-пум. Пум-пум-пум. Динамит есть. Какую-то хрень подобрали. Ну, пошли. Открывайся давай. Обычно в такие моменты появляются люди, когда забираешь какую-нибудь квестовую хрень. Бежим! Воу! Класс. В прошлый раз мы остановились там, где, в принципе, можно было и не останавливаться. Ну ладно. Ладно. Сейчас у нас, по-моему, будет возможность полетать на параплане. И мы с вами наконец-то. Че, у кого-то еще проблемы остались? Классно. Так, ну что ж, полетаем. Так. Мы можем сделать так. Тихо. Тихо. Ты что ж ты? Опс. Немного защитились. Воу, тихо. Нет, это уже далековато будет. Так, чуть-чуть наклонимся и полетим. Птичка. Все, уселся. Упырь. Да, наверное, можно было чпокнуть этим. Ну ладно, сейчас чпокнем. Куда ты полетел-то? Ну ладно. А нет, и сюда нет. Так. У нас все по-старому. Ничего у нас интересного нет, да? Ну, ладно, пошли дальше. Так, что у нас дальше? Дальше нам надо продвигаться вглубь острова. У нас тут есть башенка, на которую, я думаю, нам стоит забраться. Прежде чем забраться, нам надо ее почистить. Как бананчик. Во втором, по-моему, Far Cry возможно же было башни сносить. Вот. И можно было особо не запарываться.
Так, пошли. Кровища такая вообще. Так, давайте посмотрим, кто у нас тут. Здесь у нас. Там, там. Там. Ну, нормально так. Есть право пострелять. Вупс. 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 Ну окей. Почистили немного. Ой. Blow up. Why don't you blow up the armory in their camp? That should create enough of a distraction for me to slip through. Хорошо, хоть blow up. А не, еще другое слово есть. Так, здесь, насколько я помню, шарахались другие люди. Да, вот они. Так. Упс. Где же ты? Я вот слышу, кто-то шкерится просто здесь. С одной стороны, можно было бы, конечно, и наглым образом пройтись. С другой стороны, иногда хочется по-тихенькому. А, вон, одного вижу. Он здесь вот. А он еще один. Что-что, а вот радар здесь очень как-то странно работает. Вон он стоит.
И это был ближайший. Ага, вот он. Так, это он тут был. Нет. Ага. Вот где он? You see something? А, кошмар. Ладно, хрен с ним. Пошли. Пошли по-нормальному уже, господи, сколько можно? 10 минут уже, блин, херню тут страдаю. Так, тут у нас гора. Дима. Так, не отключается. Так.
Так, ладно. Ты меня бесишь. Все. Так, здесь мы были, да? Были. Нам надо что-то тут взорвать. Наушники? Нам не нужны наушники? Нет? Ну вот. Наверное, там где-то сидит. Так, что у нас тут? Грены, грены. Нафиг. Бежи. Куда ты? Стреляешь ты, гад? Take a vehicle if you can and get to the pier. I'm on my way to you now. Oh joy. Ты сдохни. Охренеть просто. Он простреливает меня, а я нет. Что за хрень вообще? Так, нам нужно будет багги взять. Так, багги, багги, багги. Багги. Ха, интересно. Да и не попасть никак. Ну ладно, поехали. Юп! Ух! О, сорян. Воу. Тут что-то сейчас будет адское, по-моему, ребята. Старая школа, ё-моё. You should be approaching the pier shortly. As soon as you secure the area, I'll pick you up. Хрена. Беги, сучка. Все, он больше, по-моему, стрелять не сможет. Да? Вылезай давай. О, питомники уже появились. Так, чё? Понятно, встретиться с кем-то. О, да. Так,
Значит, турбайк будет в следующей части. Окей. Звук какой-то странный. Так. Ого. You must be Jack. How did you know that? I've been expecting you. They've moved the girl. Get in. Ох, этот детектив. Я знаю, с кем я разговаривал. Вообще. Что там, тебе удачи? Что-то такое он ляпнул, да? Так, мы оттуда приплыли, да? Ну что, это у нас, по-моему, первая карта, где мы, если не увидим... Если не увидим, так услышим... этих... монстров. Так. Достаточно много здесь персонажей, которым... Так, тут он один ходит. Так, теперь уже не ходит. Так, есть. Something's going on. They're all full alert. Must have something to do with the comp. Тут есть. Так, когда у вас колонки, наушники, точнее, 5.1, это очень классно, потому что вы слышите все, что происходит вокруг. В данном случае я слышу, как ходят неписи. Что, в общем-то, позволяет мне их спокойно отстреливать. Тихо. Собака-подозревака, блин. Будет их обойти. А, у меня уже начал это рука немного онемевать, потому что постоянно на Ctrl нажимаю, но это будет. Надо будет на C, наверное, перетащить пресет. Ooh.
Так. Ну, в принципе, мы с вами практически до пещеры добрались. Даже карточку забрали. Я не знал, что здесь карточка есть, поэтому... Как бы... Не удивляйтесь. Так, что у нас тут? Туда, туда, туда. Особо никого не поубиваешь. Так. Что еще мы можем? Мы можем этих двух снести. Так, и вот теперь остались еще двое. Ну, их мы сейчас укокошим. И все. Остальные находятся достаточно далеко, и они нам не помешают зайти в пещерку, чтобы вы там не подумали о себе. Я не знаю, зачем я это делаю. Все, мужик. Вот и все. Ух, я. Whatever that was, I hope it was the only one. Where are you? I'm having a hard time tracking your signal. How the hell should I know? I'm in some kind of cave. Right. The seawater pumping station. Так. Damn it, we lost the lights. That's all. Отлично. Just look for the elevator. That should get you to the research facility. Sure. Кроме того, что... Тут ходят монстры, так еще у нас есть тут и люди. Мне это, честно говоря, нравится. Так... Свет, по крайней мере, есть. Уже не так страшно. Хотя хрен его знает. Как у меня все просело. Так, я как понимаю, нам сюда. Потому что тут мы пришли. Так.
Поехали. Так, где бы нам тут сохраниться, ребята? Куда вы поперлись-то? О. Супервижн. Отлично. Джунгли. Я думаю, на джунглях мы с вами и остановимся. Продолжим, так сказать, джунгли проходить с утреца, наверное. А пока, давайте-ка загрузимся. Хоп. Отлично. Мы на распутье стоим. Окей, ребята, давайте, до следующего раза. Покеда.